И посмотрим, как справится Ватсон. Лео. Удар перебрасывает. Никак не справляется Вацлик. Потому что Месси вернулся. 4-0. 4-0 разгром Севильи. И вы понимаете, почему так возмущался Лукас Окампос? Все это понимают. Потому что Месси отсюда забивает. Первые голы, как же иначе, со штрафного. Бог Месси написано на футболке. Штрафного, ворота Севильи. Лео бьет по воротам, и мяч летает в сетку. Я не буду задаваться вопросом, как он это делает. На этот вопрос нет ответа, он просто это делает. 3-1 Месси. Третий гол в сезоне и второй гол со штрафного. Ну, а... Лео Месси у мяча. Это почти пенальти, друзья. Месси! 2-1! Да уж. Только Сельта сравняла счет, сразу привезла на свои ворота второй пенальти в этом матче. Да, формально этот удар назовут штрафным, но когда у мяча Месси, это пенальти. 2-1. Месси скандирует стадион. У него уже 7 голов в чемпионате Испании. На гол меньше, чем у Жерара Морено. И на 2 меньше, чем у Карима Бензема. Какой удар. Фалит, так часто фалит перед своей штрафной, непонятно. Ну, по-другому не могут остановить Барсу футболисты Сельты. Месси. Месси! 3-1. Лионель Месси, хет-трик. Что он делает? Лионель Месси. Ну, вот интересно, да, Оскар Гарсия готовился к этому матчу, придумывал план на игру. Пытался что-то сделать с Гризманом, как его остановить. Думал, как бы не позволить разыграться Месси, но